Новый учебный год братские школьники начнут с новыми учебниками. В город партиями стали приходить пособия, которые поставляются нам по контракту между Министерством образования Иркутской области и издательскими домами. В библиотеке некоторых школ учебники уже доставили, другие со дня на день ждут получения. Всего город получит больше 30 тысяч новеньких книг для школьников с 1 по 11 класс. Есть учебники качественные, с твердой обложкой, которые могут прослужить 4-5 лет, и они соответствуют уже новым федеральным стандартам, на которые наш муниципалитет активно переходит работать. И эти учебники могут передаваться из параллели в параллель. Есть учебники с мягкой обложкой, конечно, их срок будет не таким долгим. Но здесь все зависит от родителей, от учащихся. Это только пятая часть всех учебников, остальные должны доставить в эти выходные и в первые дни нового учебного года.